Итак, всем привет, ребята. Как у вас делишки? Рассказывайте. Мы потихонечку начинаем. Сейчас, секунду, я шоколадку кушаю. Наконец-то вышел новый патч в Доте. Сейчас будем с вами смотреть, что там нового добавили. Я сразу зашел посмотреть алхимика. Там какая-то падла нахуй в чате написала: ну все, пиздец твоему алхимику. А я посмотрел, на самом деле алхимика-то вроде подняли. Ну типа, он еще сильнее стал. Так, плюс один к снижению брони от спрея. Ну давайте попробуем сейчас. Блять, ну главное, чтобы алхимика не трогали, блять. Это единственный персонаж, который я сейчас просто, блять, на нем ебашу. Сейчас сразу быстренько сделаем с вами обзор на патч, потому что, естественно, как мы будем играть, если мы не знаем, что вообще там добавили, правильно? То есть мы посмотрим с вами весь патч и пойдем играть. Так, смотрим. Самое главное для нас посмотреть таланты. То, что ему добавили, вот смотри. На десятом уровне, в принципе, часто берут левый талант, а его не изменили. То есть, в принципе, ничего не поменялось. Если это хуета, не страшно, мы можем брать левый талант. Дальше, на 15-м. Вот на 15-м поменяли два таланта. Плюс один к урону от... Плюс один к урону, блядь. Чего нахуй? Подожди. А, блядь, смотри, короче. Вот сколько у тебя будет монеток. Прикинь, сколько у тебя будет монеток, столько будет у тебя дополнительного урона. И спрей дает броню союзникам. То есть, получается, смотри, здесь снижение брони 7. Ну-ка, давай попробуем его. Так, снижение брони 7. Надо посмотреть, сколько будет союзникам давать. Вот мы создали этого, блядь, ВК. Кидаем спрей. И у него плюс 7 брони, блядь. Нихуя себе. Слушай, это вообще комба, прикинь, ебанутая. Чисто прикинь, короче, показываю, как это работает. Блять, ну патч охуенный, мне уже нравится. Смотри, как это работает, блять. Ну, создать. Так, делаем 30 уровень, блять. Он вот так вот хуярит арену. Туда кладется вот такая хуета, блять. Ха-ха-ха-ха, блять. И все, и в этой арене, блять, плюс 7, понимаешь, всем, блять. Плюс 7 брони, блять, всем. Это охуенный талант, блять. Это охуенный талант. И он на 15 уровне, понимаете? Это имба, блядь, это ебанутая имба. Просто 7 брони, нахуй, всем. Ну и левый талант тоже хороший, потому что, когда у тебя будет плюс 25 монеток, но правый ебанутый, блядь. А себе он тоже дает? Ну-ка, подожди. Блядь, он и себе дает, нахуй. Ебануться, блядь, это просто ебанутый талант, нахуй. Он себе тоже дает броню, блядь. Не, ну охуеть просто, смотри, нахуй. У него, блядь, плюс 7, нахуй, брони. На 15 уровне, блядь. А что у него раньше было на 15-м? Что мы обычно брали? Сейчас я секунду подумаю. Кирасу удалили. Ты охуел, что ли, блядь? В смысле удалили? А раньше у него какие были таланты? Смотри, на первом у него был 125 к радиусу от колбы. И здесь был 15 скорости атаки. Здесь у нас на 15-м было... А, 300 хп и 20 урона. Вот. На 15-м у него было 30 хп и 20 урона. В принципе, урон так и оставили, только сделали чуть меньше. Но дали вот такую ебанутую броню. То есть просто кладешь лужу, у тебя, блядь, броня появляется. Это даже охуеннее, чем 350 хп, я вам так скажу. Потому что 7 брони, блядь, это намного охуеннее, тем более союзником. То есть ты просто, блядь, идешь, выфармливаешь 3 слота, блядь. И идешь, блядь, с этой хуетой, с командой, дерешься, кладешь лужу и всех пиздишь там. Бля, это просто ебанутый талант. А вот это что такое? Давайте попробуем. Мне просто интересно, как это работает. Минус 1 секунда. Это много или нет, интересно? Так, примерно запоминаем скорость атаки. Смотри, видишь? Ну, типа, примерно понимаем, сколько у него скорость атаки. Запомнили, нет? А можно, кстати, на этих попробовать на... Кто из них быстрее бьет? Не, ну видно, что вот этот быстрее бьет. Или нет? Бля, я нихуя не запоминаю вообще. Стой. Не, ну что-то поменялось, короче. Какой-то из них реально быстрее бьет. Но я это не могу заметить, кто из них быстрее бьет. Вот этот должен. Вот этот нижний бьет быстрее. У него этот талант есть. Ну, блядь, хуй знает. Я просто не очень вот этих секундах не очень разбираю, что это такое. Минус 0,1 секунда. Но, как бы, если это хуета, можно всегда взять плюс 400 к урону от колбы. Это тоже хороший талант. На 25-м не изменили. Ладно. В принципе, с алхимиком я считаю, что он лучше только стал. Общие изменения.
Так, Беста добавили в режим капитан мод. Изменение количества опыта, необходимо для получения уровня. Вот здесь изменения, я правда не очень понимаю. А, ну то есть смотри, короче, примерно на сколько? На плюс 10, потом плюс 30 сделали, плюс 40, плюс 40, ой, плюс 20, плюс 80. Ну, короче, немножко подняли значение для уровня. То есть теперь уровень, ну, сложнее получить, понимаете? Предметы. БКБ теперь расходуют ману. 50 маны. Окей, понял. Блэтмейл. Так, длительность увеличили с 4,5 секунд до 5,5. Ну, подняли Блэтмейл на 1 секунду. Я считаю, что это заебись. Блэтмейл хороший предмет. Бутстоун. Стоимость рецепта уменьшена с 900 до 700. Общая стоимость уменьшена с 4600 до... Блэтстоун подняли. То есть сделали он вампиризм заклинаниями 2,5 и сделали чуть дешевле. Не знаю, я на таких героях обычно... Ну, я не беру героев, на которых нужен Блэтстоун, поэтому мне похуй на этот предмет. Но он, в принципе, играбельный стал. Теперь для сборки требуется так-так-так и рецепт за 450. Общая стоимость прежняя. Ну, Dragonlance также стоит, просто собирается из других предметов теперь. Бонус к дальности атаки увеличен со 140 до 150. Бонус к ловкости уменьшен с 16 до 15. Ну, я считаю, что это хорошо. Это отлично, потому что раньше все покупали Dragonlance для того, чтобы у тебя была, ну, дальность атаки. Ее увеличили на 10, ну, как бы это только в плюс. Ну, убрали одну ловкость, ну и насрать на нее. Так, ветра. Теперь сначала развеивает эффект, а затем накладывает эффект, ну, ветра. Хуй знает зачем, я никогда не покупал эту карту, блять. Мне она, в принципе, не нужна. Falcon Blade. Бонус к урону увеличен с 12... до 14. Ну, немножко подняли Falcon Blade, но как бы я его обычно тоже не покупал. Ну ладно, окей, подняли так подняли. Бонус к здоровью увеличен со 150 до 175. Перезарядка уменьшена с 20 до 19 секунд, блять. Ну это саппорты сейчас сидят радуются. Мне это похуй, я форстаф не покупаю, правильно? Я на кэрри, блять. Ну, для саппортов немножко сделали, ну, получше форстаф. Так, Глиммер. Дальность применения увеличена на 50, стало 600. Бонус сопротивления магии увеличен с 15 до 20%. Задержка перед невидимостью уменьшена с 0,6 до 0,5. Ну, Глиммер охуенно подняли, я считаю. Так, Сапог. Стоимость рецепта увеличена на 50. Общая стоимость уменьшена на... Лечение увеличено с 300 до 350. Ну, блядь, сапог, это для саппорта, в принципе, я не знаю. Ну, заебись, подняли, будут покупать, блядь, охуенно. Идем дальше. Теперь применение на нейтрального крипа гарантированно дает нейтральный предмет, если не все из них получены. Ну, немножко подняли Мидас, как бы, ну, в принципе, никакого бонуса это не дает. Ну, типа, ты и так можешь достать все предметы, получишь ты его на 1 секунду позже... Получишь ты его раньше, один хуй они все выпадут. Ну, типа, здесь разницы нету. Это не какая-то там, знаете, редкая штука, которую ты сидишь там, блядь, выбиваешь. Они один хуй выпадают. Ну, не выбил с одного стака крипов, подошел к другому, выпадет, блядь, с другого. Типа, это хуета полная. Так, идем дальше. Алебарда. Дальность применения увеличена с 600 до 650. Ну, блядь, это хуета. Так, шлем. Вампиризм увеличен с 18 до 20%. Теперь вампиризм от крипов вдвое меньше. Ну, подняли шлем. Теперь вампиризм было 18, стало 20%. И вдвое меньше на 10%. Нихуя не понимаю, вот вампиризм от крипов, блядь, что это такое? Ну, поебать. Здорово, Серега, зачем ты читаешь патч, если все равно ничего не понимаешь? Ты дурак, блядь, не понимаешь. Я вообще-то все понимаю. Нулифайер. Бонус к броне увеличен с 8 до 10. Перезарядка уменьшена с 11 до 10 секунд. Ну, блядь, немножко подняли. Все равно это ситуативный предмет, и если он нужен, ты его купишь в любом состоянии, правильно? То есть, ну, как бы, ну, это предмет для саппортов, пусть они радуются. Вот, Радианс, блядь, смотри! Шанс промаха увеличен с 10 до 15%. Плюс 5%. Фантомку апнули, сейчас посмотрим. Блять, ну то, что Радианс подняли, это заебись, потому что я его, блядь, покупаю на Алхимике. Мы посмотрели Алхимика, в принципе, ну, Алхимик сейчас играбельный.
И, блядь, Радианс подняли, это заебись. Так, рефрешер. Перезарядка увеличена с 170 до 180. Плюс 10 секунд накидали. Расход маны увеличен с 300 до 350. Блядь, ну типа... Ну не знаю, не знаю. В принципе, рефрешер... Ну, если он нужен, ты все равно его купишь. Тебе насрать на вот эти 10 секунд. Так, смотрите, рефрешер, который падает с Рошана. Расход маны увеличен. То есть теперь рефрешер, который падает с Рошана, он стоит 200 маны. Запомнили. Сатаник. Вампиризм увеличен с 25% до 30%. Заебись. Плюс 5%. А дополнительный вампиризм уменьшен со 150 до 145. Суммарный вампиризм при этом остался... Ну, короче, то же самое, блядь, немножко по-другому теперь это работает. И вампиризм от крипов вдвое меньше. Ну, блядь, поверьте, когда вы покупаете сатаник, вам похуй, какой у вас вампиризм в лесу. Потому что вы его берете вторым-третьим предметом, ну, обычно. То есть там, ну, или третьим-четвертым-пятым предметом. К этому времени вам похуй, какой у вас вампиризм от крипов в лесу. То есть это вообще, это насрать. Даггер. 10 скорости атаки отнимает у владельца 100 здоровья, чтобы временно увеличить его урон на 40. Блин, тоже хорошая тема. То есть смотри, ты нажимаешь его, у тебя снимается 100 здоровья, но дается, блядь, 40 урона. Это имба, это очень сильно. 40 урона, блядь, за 100 здоровья, это пиздец как много. Так, смотрите, меч. Теперь, ну, понятно, что в два раза меньше от крипов. Не знаю, зачем они это сделали, вообще не понимаю нахуй. Ну, теперь весь хил работает в два раза меньше от крипов. То есть от врагов, блядь, нормально, а от крипов в два раза меньше. Так, лапки убрали. Вот эту карту тоже убрали, теперь базу не сломаешь. Вернули этот, как его, сердце, смотри. 12 к силе и 12 к урону. Но это тир 4, хороший предмет. То есть я бы на алхимик его взял. 12 к силе плюс 12 к урону. Отталкивает врага на расстояние 400. Жертва получает магический урон, равный 175 плюс сила. Блин, ну хороший предмет, на алхимика вообще заебись, буду брать. Так, смотри. Новый предмет добавили. А, или подожди. 20 к броне сбрасывает время перезарядки всех предметов, кроме рефрешер. Бля, нихуя себе! Прикинь, блядь! Смотри, какой предмет добавили. Сбрасывает время перезарядки всех предметов, кроме рефрешер. Охуеть. И плюс еще 20 броне. Ну на кэри, представляешь, блядь? Ты летишь, сука, на Свене, блядь! Бам-бам-бам, блядь! Нажимаешь, и у тебя еще одно БКБ появляется. И еще один сатаник. Ебать, это мощь. Не, это мощь. Это очень сильно. Блядь, одно БКБ это... А ты представляешь, если ты бежишь, блядь, на этом, на алхимике, блядь. Влетаешь, включаешь БКБ, бам-бам, блядь, даешь нахуй этот, как его, абиссал, блядь. Потом нажимаешь эту кнопку, блядь, и у тебя еще один абиссал и еще одно БКБ. Это ебанутый предмет. Это вообще имба. И плюс еще 20 к броне дает. Ладно, приходим к героям. Переходим к героям, ребят. Давайте быстренько пробежимся. Мне, если честно, уже хочется играть. А мы, блядь, с вами... Абадон, похуй вообще, что с ним сделали. Или будем смотреть. Типа, ты покупаешь аганимы. Но я все равно никому не покупаю, поэтому мне похуй. Насчет талантов. Ну, мы уже читали их, ребята. Убрали 15 скорости атаки. Это на 10 уровне правый талант. Его убрали, сделали плюс 1 к снижению брони от этого. Бристл Бэк. Область действия с аганима изменена с 800. Текущая дальность применения этой способности. Бля, это хуево. Ну, типа, раньше... Ты покупаешь аганим, и у тебя там плевки просто по всей карте идут. А теперь было 800, а стало меньше. Бонус к урону за скорость уменьшена на 5. Пофиксили ультимейт ему, пофиксили сопли. Таланты изменили. Давайте смотреть таланты. Талант на 15 уровне. Плюс 20 скорости атаки заменено на плюс 150 дальности применения. А, ну вот оно типа есть. Это теперь у него талант, прикиньте. То есть сопля, это теперь у него талант будет. Ну, именно дальность атаки сопли. Талант на 15 уровне плюс 200 к здоровью заменили на 8,4% к снижению урона сзади, сбоку от Бристлбэк. Короче,
на 15-м теперь у него 2 таланта, 1 дальность соплей, а второй это 8 или 4% к спине. Талант на 25-м. Бонус к урону за эффект сопли, а нет, за эффект уменьшен с 25 до 18. Как по мне, Бристлбэк стал хуёвей, потому что на 15-м у нас что? На 15-м у нас... Хотя, подожди, на 10-м у тебя всегда осталось плюс 1,5 маны в секунду, правильно? На 15-м у тебя появилась дальность сопли. На 20-м ты берешь, получается, что? О, бруда, блядь, смотри. Ха-ха-ха, блядь. Ну-ка, подожди, бруда интересно. Короче, Бристлбэк чуть хуёвее стал, но все равно, блядь, будут брать. Потому что ты можешь просто на 20-м, ой, на 15-м качать плюс 150 дальности сопли, и у тебя то же самое получится. То есть, ну, в принципе, играбельный персонаж. Может быть, чуть-чуть хуёвее стал. Бруда. Базовая скорость передвижения увеличена на 5. Круто, круто. Идем дальше. Изменено улучшение от Аганим Шард. Увеличивает длительность на 2 секунды. Пока эта способность действует, дополнительный урон от нее увеличивается на 12 каждую секунду. Нихуя не понял, подожди, бля. Аганим Шард увеличивает длительность на 2 секунды. Какой ты смешной пиздец, блядь. Какой я смешной, блядь. Че, клоун, что ли? Короче, шард теперь увеличивает длительность на 2 секунды. То есть, была длительность 14, будет длительность 16 на, ну, четвертом. На четвертой прокачке. Пока эта способность действует, дополнительный урон от нее увеличивается на 12 каждую секунду. Ебать, подожди! Блять, это такая имба, ребята! Это просто пиздец как сильно. 16 каждую секунду, а будет работать 16. Че, подожди, нихуя себе. Ебать! Ты фунтик нахуй. Слушай, это очень сильно, это пиздец. Мы сейчас затестим. То есть это настолько сильно, что я, блядь, прям сейчас захотел пойти в мид на бруде. Потому что это вообще какой-то пиздец. Это пиздец, блядь, это столько дэмэджа нахуй. Ебать! Ты смотри! Это пиздец, блядь! Ты видишь это нахуй? 200 нахуй, блядь! Вы это видели, нет? Не сильно, только в конце. Нихуя себе в конце, блядь. Ты тратишь 1400? 1400. Но он тебе дает просто нереальный дэмэдж, блядь. Просто нереальный, смотри, нахуй. 65, 77, 89, блядь. И плюс 2 секунды еще добавляет. То есть это вообще... Это имба, блядь. Это просто имба, нахуй. Появляется новая способность. Вот она, вот, блядь, тележка появилась. Ну-ка, нажимаю. Ебать! Подождяк. Че это за хуета? Подожди, блядь. Слушай, а он может это самое? Может только атаковать или СПВ может кидать? Я так и не понял. Ну, допустим, я уберу. Че-то нихуя не понял. А атаковать может? Ну-ка, давай на вышку пошли хуярить. Че он, блядь, стоит АФК нахуй? А, давайте, знаете, как попробуем, я знаю. Я знаю, как попробовать. Короче, его отправляем атаковать. И потом сажаем в тележку. Ты смотри, реально атакует, бля. Дазл! Длительность увеличена. Так, крест. Длительность увеличена. На начальных уровнях подняли. То есть все равно на четвертом у тебя будет 5,5. То есть то же самое осталось. Так, хил. Лечение и урон уменьшены. У нее и так было мало лечения, бля. Сейчас еще меньше стало. Это вообще пиздец. Таланты. Так, талант на 15-м. 60 скорости атаки заменили на 350 дальности атаки по жертвам. Ой-ой-ой, это прикольно. Талант на 20-м. Лечение по окончанию уменьшено. Ну, похуй. На саппортов похуй. Можно вообще их удалить, блядь. Мне вообще поебать. Ну, смотри, Джаггернаута 100% порезали. Потому что он был очень сильный, 100% порезали. Смотрим. Базовая скорость передвижения уменьшена на 5. Ну, это не страшно. Бонус скорости передвижения от шарда уменьшен со 100 до 75. Это тоже, в принципе, не страшно. Радиус лечения уменьшен с 500 до 400. Хуёво. Талант на 25 уровне плюс 475 к здоровью заменено на плюс 2 к атакам.
для уничтожения варда. Чего, блядь? Не, Джиггернаут говно. Надо сет продавать. То есть у него на 25-м раньше было, смотри. У тебя на 25-м уровне у Джиггернаута теперь, блядь, два атаки для уничтожения варда, блядь. Ты понимаешь, что это вообще полная хуйня? Ну, раньше все брали 475 к здоровью. Это сильно, ну, блядь, нихуя себе. 500 хп это полтораски, блядь. Полтораски, блядь, ты просто получаешь за то, что ты апаешь 25-й. И Джиггернауту заебись здоровье, потому что у него, ну, как бы, ты не хочешь покупать слоты для здоровья. И у тебя, блядь, очень сильный герой получается. А теперь у тебя добавили, блядь, две катаки, блядь, для варда. Не шарит? Да это ты не шаришь, блядь. Это полная хуйня, чел. То есть какая разница, убьют у тебя вард с одной тычки или убьют у тебя вард с трех тычек в файте, если его все равно убьют. Ну, поверь, его все равно убьют. Был нормальный, блядь, стал полное говно, блядь. Полностью порезали, блядь. Супер слабый герой. О, вода, блядь, смотри. Ебать, что с водой сделали, с мочой ебаной. Будем читать? Нет. Так, изменения. Бля, я так не хочу читать морфа, но честно, блядь. Давайте почитаем на персонажах, на которых я играю, потому что я не хочу это все смотреть. Слишком много изменений. И все они такие, знаете, типа, блядь, на 5%, там на 2% подняли, на 2% урезали. Каких-то прям супер талантов я не вижу. Ну, кроме кентавра. Кентавра, блядь, ему добавили целую коляску, блядь. Можно теперь возить. Можно теперь долбоебов нахуй возить в ней. Так, Фантом Ассасин. Интересно. Теперь дает. Плюс 10-25 к вампиризму на время действия. Ой-ой-ой. Бля, это заебись. Это пиздец как заебись. Смотри нахуй. Ну-ка, таланты. Если еще добавили хорошие таланты, Фантомка, это вообще заебись. Потому что хил очень сильно. Блять, Фантом Страйк это очень сильно. Так, таланты смотрим. Талант на 15 уровня. 15 к вампиризму заменили на 25 к уклонению блюр. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Таланты на 20-м. 25 к уклонению от блюр заменили на 60 к скорости атаки. Ебанутый, бля, Фантомка очень сильная. Пиздец ее подняли. То есть, во-первых, смотри. Фантом Страйк теперь дает реген ХП. О, пудж! Смотри, пудж. Рот. Второй спел. Бонус к радиусу от Аганим Шард уменьшили до 200. Ну, в принципе, это от Аганима. Не от Шарда, а именно от Аганима. Было 225, стало 200. Это радиус рта. Так, смотрим. Расход маны увеличено. Было 35, 40, 45, 50, стало 35, 50, 60, 80. Ну, изменение не такое прям серьезное, то есть в целом это нормально. Талант на 25 уровне. Множитель силы и блока урона за эффект уменьшен с 1,6 до 1,5. Ну, немножко сделали хуевым пуджа, но все равно пудж, я считаю, что, ну, сильный. Как бы все равно это сильно. Как бы немножко пытаются его занерфить, сделать хуже, но все равно пудж играбельный и никак это не отразится. Смотрим, так. Наносит урон от атаки. Чего, блядь? Ебать, это имба, блядь. Просто имба, нахуй. Ты прикинь, ты попал койлом и плюс еще приложился урон от атаки. Талант на 25-м. Плюс 4 к снижению брони заменили на минус 5 секунд перезарядки ультимейта. Чего, блядь? А, это Кайлов. Ебать! Ну-ка, дай я попробую. Урон от атаки. Ну-ка, дай я попробую, блядь, нихуя себе. Рапиру сейчас возьму. Ебать! И еще минус перезарядка. Бля, смотри. И уже прошло КД, блядь. Блять, это такая имба, ребята. Это просто имба. То есть ты просто, блядь, одним кайлом, нахуй, фармишь пачку. Зачем его апают, суки? Блять, ну чтобы я на нем развозил, блять, разносил мид. Ты смотри, нахуй, какой там сейчас ебанутый демедж у него будет. Ну-ка дай сюда Акса быстро. Бам, блять, 1/3. У него, блядь,
7 тысяч, у него 1000 просто слетает сразу. Бам, блядь, бам, нахуй. 7 тысяч у чела было. 7 тысяч хп. Бери сейчас СФа в мид. Не, ну он очень сильный стал, ребят. На 1700 крит залетел. Раскайловочка критует, прикинь, смотри, блядь. Раскайловочка критует, нахуй. Сейчас крит вылетит, бля. 1700, блядь! 1700 крит вылетает! Скойла, нахуй, прикинь. Это я еще, понимаете, без этих, как его, у меня душ не было. То есть я еще души не зафармил. Я еще спел не прокачал, блядь. Плюс 3 урона за душу, блядь. То есть это вообще ебанутый сейчас персонаж стал. Еще вот это, блядь, качать. Плюс 3. Еще плюс 25 к дополнительному урону. Бля, это вообще какой-то ёбнутый нахуй. И КД, смотри, какое маленькое, бля. Охуеть, просто охуеть. Бля, СФ ебанутый сейчас. Стан. Так, теперь Аганим Скептор добавляет этой способности автоприменение, если оно включено, герой не полетит за снарядом. А, понял. А нахуй тогда... Блядь, а нахуй покупать тогда Аганим, я не понимаю. Что за бред? Типа, смотри, ты покупаешь Аганим, чтобы не лететь за этим, как его, за станом. А нахуй ты купил Аганим, тогда вопрос. Тогда проще вообще его не покупать. Бля, это бред полный. Так, смотрим. Warcry. Длительность увеличена с 8 до 9 секунд. Расход маны уменьшен до 45. Было 60, стало 45. Ну, лучше стало. Перезарядка уменьшена со 110 до 90 секунд. Ебать. Но Свена подняли, я считаю. Потому что у вас есть талант, который вам делает меньше КД на ультимейт. И плюс у вас еще, ну, типа, вместо 110 стало 95. То есть там у вас почти всегда будет форма. Ну, типа, это ультимейт. Почти всегда будет. Ну, типа, вы нажимаете ультимейт. Я сейчас покажу, как это работает. Просто самому интересно. Сейчас, ребят, посмотрю. Там немножко осталось героев. Я буквально там думаю... Смотри, у вас, допустим, на 30 уровне. Здесь вы берете плюс 15 скорости атаки. Здесь минус 15 секунд. Здесь вы берете 10 к броне. Ну и здесь понятно, что 50% от ультимейта. Правильно? То есть что у вас получается? Вы нажали ультимейт, у вас КД 80 секунд. У вас форма будет сколько времени? Ну давайте посмотрим, просто ради интереса. То есть у вас заканчивается ультимейт и остается ровно 50 секунд. То есть ультимейт каждые 50, даже меньше, 45. 45 секунд до ультимейта у вас остается. Это вообще хуета. То есть вы за это время подбежали к базе. Бля, это очень сильно подняли. Смотри. Вы за это время подбежали к базе, запушили линию. Подбегаете к базе, и у вас снова появляется ультимейт. Вы включаете и хуяритесь. Свена подняли, я считаю. Так, идем дальше. О, Техас. Давайте посмотрим. Я вчера на Техаса купил Аркану. Мне интересно, что у него сделали. Длительность замедления до 3 секунд. Первый спел. Дальше. Теперь применяет на обидчика нормальное развеивание. Теперь врагам атакующего союзника под действием этой способности с аганимом также наносится урон. Зарядка уменьшена с 360 до 60. Длительность уменьшена со 180 до 60. Задержка перед применением с 0 до 1 секунды теперь делает мины в радиусе 500 неуязвимыми. Ну, немножко подняли. Ну, что я могу сказать для тех, кто только пришел и не смотрел весь обзор. Вы можете его посмотреть на повторе. Но, коротко от себя скажу, кого у нас апнули. Смотрите. Бруда. Сделали ебанутый шарт. Просто, блядь, герой сейчас намного сильнее стал. И плюс у него еще эти павучки на 10-м стали лучше. То есть, блин. А, на 15-м. Павучки на 15-м стали сильные. Это огромный бонус. Сейчас вернется Бруда 100%. После вот этих вот дополнений, которые добавили, Бруда вернется. Единственное, чего не добавили самого главного, это время жизни павучков. Это вот самое главное, почему сейчас Бруда не такая сильная. Потому что паучки очень мало живут. Если сделают
время жизни паучков больше, это все, это будет герой, блядь, который будет опять снова ебашить у всех ММР. Подняли алхимика, я считаю, что, ну, он плюс-минус такой же остался, может быть, чуть лучше стал за счет лужи. Лужа теперь дает броню союзникам, дает броню себе и плюс снижает броню, ну, противникам, как и раньше. То есть лужа, ты кидаешь лужу, стоишь в этой луже и все заебись. И твоя команда в ней тоже стоит, и вы выигрываете файты. Я считаю, что это лучше, чем было. Потом. СФ вообще ебанутый стал. Вообще ебанутый просто. Это самый... Вот я, конечно, всех персонажей не читал. Можно запустить, на самом деле, игру. Сейчас запустим, буду рассказывать. То есть я СФа не читал. Ой, всех героев я не читал. Но я считаю, что СФу дали самый большой бонус вообще в этом патче. Пока что вот из того, что я прочитал, это самый большой бонус. СФа больше всего подняли. Просто ебанутый сейчас будет. Он ебанутый. Можешь взять в мид пойти, ну как-то не знаю. А, и фантомку подняли. Вот, фантомку я, наверное, сейчас возьму фантомку, потому что она ебанутая стала. То есть вот эти вот таланты, плюс вот этот вот, то, что теперь у вас второй спелл отхиливает, это очень сильно. Я, наверное, сейчас фантомку возьму. То есть кого мы сегодня должны затестить? Сегодня у нас будет точно Бруда, сегодня будет точно СФ, сегодня будет точно у нас фантомка, алхимик, Свен и Урса, скорее всего. Вот этих героев сегодня нужно будет затестить.